Алматы и Алматинская область сегодня оказались в центре внимания правительства. Сюда прибыла рабочая группа во главе с министром по инвестициям и развитию. Асет Исекешев заметил, что главная цель не инспекция выполнения госпрограмм, а разработка оперативного антикризисного плана для поддержки промышленных предприятий региона. В парке инновационных технологий Алматы заверили, что производство работает в обычном режиме, а программа по финансированию 500 инновационных стартапов и запуска 5 центров развития технологий корректировки не требует. Но вот как итог визита, два меморандума. Один из них заключили Акимат Алматы, парк инновационных технологий и компания Siemens. Документ определяет приоритеты развития в различных сферах. А второе соглашение должно вдохнуть жизнь в многообещающий проект «Центр компетенций и энергоэффективных технологий». Очень много проектов связано с городом Алматой. Это и транспортные проекты, это и строительство БАКАТ, международный авиационный хаб, развитие туристических проектов. Это и реализация программы Нурлы-Жол. И, конечно же, это реализация программы индустриализации. В Алматы уже фактически, можно говорить, наличие сервисной индустриальной экономики. Поэтому здесь и речь идет о запуске индустриальной зоны в городе Алматы, где начнется строительство заводов. И развитие в Алматы инновационного кластера с учетом потенциала.